Первая коллекция, которая открывала модный базар, называлась «Птица Ряба». Здесь не было привычного шествия моделей по подиуму с каменным выражением лица. Наряды представили танцевальной постановкой, которую подготовила Анна Козловская. Элемент юмора в коллекции – красные гребешки. Если их отстегнуть, то стильный лук можно носить и в повседневной жизни. Юмор в моде у вас сейчас так актуален, на мой взгляд, по двум причинам. Первое – это из-за избытка информации, картинок, которые нам диктуют в соцсети, ТикТок. Очень сложно удивить кого-то чем-то оригинальным. И второй момент – это пандемия, которая облачила нас в маски, и мы закрылись от людей. А раз эмоции так надежно спрятаны под маской, то улыбнуться миру в первую очередь можно с помощью одежды, считает Инна Гриор. Юмор стал лейтмотивом всего вечера. Например, в презентации рассказали о нестандартных модных показах этого века, дизайнерах, которые покоряют большой подиум, создавая ироничные коллекции. Второй показ также был не лишен своего шарма. Коллекцию «Занавеска Сергеевна» представляли сами гости вечера. Организаторы выбрали 4 человек из зала и отправили примерять новые образы. Я не первый раз присутствую на модном базаре, мне очень нравится. Вот. 6-й сезон в этот раз, он просто впечатляет, как всегда. Елена Бабина, ведущая базара, тоже неповторимый дизайнер, удивительный человек. Гости соревновались в придумывании забавных надписей на футболке. Лучшие выбрали лозунг «Мода – свет, ла-мода – тьма». Футболки с этой надписью победители скоро получат в подарок. Ну а больше о коллекциях Инны Гриор можно узнать в программе канала 16 «Актуальное интервью», гостем которой стала дизайнер. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.